Телеведущая Ольга Бузова пострадала в ДТП на Московской кольцевой автодороге. В ее «Мерседес» въехала фура. Девушка направлялась из ресторана на съемки реалити-шоу. И, по словам очевидцев, перед столкновением только выехала на МКАД. Стоит отметить, что грузовик ехал медленно, поэтому сама Бузова отделалась лишь легкими ушибами. А вот ее «Мерседесу» примерной стоимости около 10 миллионов, вероятно, понадобится ремонт. Напомню, свою карьеру госпожа Бузова начинала как ведущая популярной телестройки. А после стала дизайнером, певицей, открыла собственный ресторан и даже выпустила именную криптовалюту. Совсем недавно пользователи социальных сетей предложили изъять у дамы права. По их мнению, яркая представительница российского шоу-биза представляет опасность на дорогах.